гостей. Как проходят тренировки ваши перед игрой? Ну, как видите, всегда напряженно. Понятно. Скажите, вы придумали какую-то тайную стратегию на сегодняшний день? Я нет, тренер занимается, он нам объявляет минут 15. Понятно. Как вы оцените вашу готовность, вашей команды? Ой, еще низко. Почему так? Не оптимистичные прогнозы. Хорошо. Понятно. Наша команда. Тройка тебе. Понятно. Три с плюсом Лехе. Вратарь 5. Отлично сыграл Эрик. Я драться как сказал, все вами сразу. Провокацию, я тебе сказал, провокацию делать. Вратарь 5, отлично сыграл Эдик. Совсем? Лёха Обухов единица. Вчера видимо ему загублял. Все, две тренировки прошли тебе. И кросс, 10 километров. Ребята, хорошие тактические ребята приехали. А мы как выступили? Ну, вроде по краям нормально было, а в центр пошли. Хоккеистом стали. А приехали мы из города на Неве. Ехали очень долго и сразу на игру. Перелет был долгий. Приехали вчера поздно вечером. Размещение в гостинице. С утра прямо на лед настрой боевой. Не все получалось, но я думаю, завтра мы дадим настоящий бой волгоградской команде. Ну, тренировка прошла хорошо, гости нас приятно удивили. Мы не ожидали такого уровня подготовки к этому матчу. Счет ничейный, счет по игре. Немножко, конечно, нам не повезло. Готовились с начала сезона. Четыре месяца. Не пропускали. Были небольшие перерывы на Новый год и на 9 мая. Тренировки, пяти тренировок в неделю мы проводили, готовились к этой игре. Но вот, наконец-то это случилось. Сегодня первая тренировка. Показал расстановку сил. Я думаю, что завтра мы выиграем с разностью две шайбы. Ну, завтра мы порвем просто одно слово. Завтра у нас будет большая группа поддержки. Приезжают наши болельщики из Владивостока, из Уфы приедут, из Калининграда будет много болельщиков. Так что мы порвем. Просто у нас Макаренко один из самых худших игроков, и вот он нас побил очень сильно сегодня. Будем разбираться, что раздевал с ним. Потому что, наверное, пропустим еще игру. Тренироваться чаще надо. Не успевают отрабатывать в обороне, в атаке плохо. Чаще тренироваться надо. Тренировка утром, вечером, в воскресенье выходной. Они в прекрасной физической форме. И я думаю, что завтра, ну, только не было бы ясной игры, и все. Надо верить друг другу.
матч? В упорной борьбе. Я не помню, кто победил, но приз дали нам. Мне понравились наши соперники. Играли хорошо, от всей души. Конечно, то, что сегодня пришли наши дорогие болельщики, мы играли для них. Вот. Это прибавило дополнительные силы, энергии. Это было видно на поле. Была очень упорная борьба. Выиграли, наверное, все. Ну, конечно, две игры подряд тяжело играть. Даже несмотря на то, что мы давно ждали этого матча. Понравилось все, не понравилось то, что голов не забили. Ну, вот еще и наши планы в ноябре приехать в Санкт-Петербург и обыграть эти дубников и все. Ждем ответный матч в Санкт-Петербурге. Где-то в районе ноября. Хочу сказать большое спасибо Алексею. Это вот он был генератором нашей команды, вдохновителем. Все, что вы сейчас видели, благодаря его делают. А мы, как говорится, солдаты, куда прикажут, куда и будут. Все-таки это можно было отважиться, прилететь сюда, включая тот факт, что Сергей Николаевич очень боится летать на самолет. У него реально подвиг. Совершенно два подвига. Один сегодня, когда он встал и вышел на этот матч в тяжелом физическом состоянии. А второе, это то, что он полетит обратно на самолете Бомбардье. И спасибо отдельное вот Жене, без его помощи и без его активной позиции ничего у нас бы не получилось. Всем привет. Спорт. Выиграл хоккей. До встречи в Питере.